предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в рамках государственно-образовательных стандартов преподается в школах и наравне с другими и является логическим продолжением дисциплины «Основы светской этики и культуры», которые изучают дети в начальной школе. Семья, родина, труд, красота, любовь – это вечно. И вот об этом и должен говорить данный предмет. Он рассказывает о ценностях каждой культуры, всех народов, населяющих нашу большую родину. И в основе всего лежит, конечно, патриотическое отношение к этим ценностям. Разговоры о разумном, добром и вечном дети воспринимают с большим удовольствием. Творческий подход учителей пробуждает в них огромный интерес. Исторические факты и основные заповеди заставляют задуматься о смысле жизни. Но есть одно «но». Оценить отсроченный результат уроков непросто. Иногда понимание ценностей приходит с возрастом. Но на уроках мы оцениваем работу ребенка, рисунки, доклады, проекты, чтение учебника, подготовка самостоятельного материала и выступления. То есть это могут быть даже очень творческие занятия. Таковы и проходят у нас в гимназии. Учащимся старших классов рассказывают о духовных ценностях родного края. Предмет неразрывно связан с традиционными рождественскими чтениями, в рамках которых в школах проходят выставки творческих работ, концерты и спектакли. Старшеклассники участвуют в конференциях. Тематику, предложенную в этом году рождественские чтения, это глобальный вопрос современности и духовный выбор человека. Тема достаточно интересная, тема очень важная сегодня. Ратный подвиг, это тоже тема очень актуальная сегодня. Ратный подвиг России, но тоже рассматривается в проектах наших детей. Работа в духовно-нравственном направлении требует системы. Знания, полученные на уроках, должны быть закреплены в сознании детей не ради хорошей оценки, а для выстраивания правильной жизненной позиции. Сегодня качество изучения предмета напрямую зависит от квалификации педагогов и наличия учебных пособий. Специалистов в этой сфере немного. Одинцовская гимназия номер 7 гордится своими учителями. Именно они помогают детям постигать основы доброты и духовной нравственности. Жизнь подвигами полна всегда. Подвиг – это не только защита нашей Родины, но это еще подвиг над самим собой. Честь, доблесть, совесть, предательство, отношения между собой, как правильно поступить, как сделать так, чтобы все были довольны. Какие бывают сложные ситуации и как из них выйти достойно с поднятой головой? Эти уроки учат быть добрым к людям, не злиться по пустякам. И я это использую в жизни, я обдумываю действия, помогаю другим. Важность изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» сложно переоценить, ведь вовремя посаженное зерно всегда дает свои плоды. Елена Краева, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».